интернационалист. Но не в названии дела, не в названии. Пусть даже назывался б я расист, вам легче бы не стало бы и хвани. Мне надоело нервничать, ведь нервы не сучок. Я нажимаю ласково на спусковой крючок, и хладнокровно трассеры по воздуху летят. И я хочу того же, чего они хотят. И Хванин и загнулся, и дыбом встала шерсть. Вот их осталось пятеро, а было раньше шесть. Потом четвертый, пятый, третий, и второй упал. А в первого мой Саша друг нечаянно попал. И падают их Ваня на землю, а потом мы складываем рядышком их ровненьким пластом. Работаем на славу, и Саня друг, и я. Нас где-то за кордоном зовут Вьетнам Кремля. К нам просто проявляют огромный интерес папаши Бжезинский и дядя Сара Свенс. Ведь и война такая совсем не по нутру, и морщатся от этого агенты ЦРУ. Но все же лезут сволочи сюда в Афганистан, их прямо плодоносит соседний Пакистан. Винтовка М-16, китайский автомат. Но на ведь не сломаться. Скажи, не правда ли, брат? И Хванин, эки сволочь, в окно в дувал залез. Но здесь уж нам поможет родимый АГС. Ведь он с плеча не сладит, сроднился он с плечом. Тот от меча погибнет, кто к нам придет с мечом. А где-то дома журави Духтар, цветет сирень, походу тут туристы. А ты рассматриваешь триплет Черикар и очень тихо слушаешь транзистор. Вот прозвучал воинственный набат. Мы в 3 минуты покидаем роту, а мы сейчас летим в Джалалабад. Чё так надо, как будто на работу. Ну, такая песня, я не знаю, ну, каждый афганец ее знает. Самая, одна из самых контрабандных была песен. Есть эта песня на кассете. Были у нас и приличные песни, хорошие песни, пропускали. Если эта песня, все. Потом таланты были, тараканы. Он говорит, играй, я беру гитару. Комбат у нас первый. Говорю, какая мелодия? Ну, давай, говорит, так, помедленнее. Он на ходу мог писать, я не знаю, но это, видимо, только в этой ситуации вот, экстремальной. Там, в Афгане, вот эти нагрузки, когда командир батальона спит по 2,5 часа в сутки, по 3 часа в сутки, вот, и в то же время еще потом где-то какой-то, ну, если там есть какой-то отдых, конечно, там были у нас не только боевые операции, и встречались, и отдыхали. Немало повидали, немало пережили, 2 полных года родине мы с честью отслужили. На солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали, но на судьбу десантника напрасно не роптали. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорныйчик Чиран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Нам лучшими друзьями бронежилеты, каски стали, рожок от автомата мы редко отмыкали. Все это уже было, оно не повторится, а то, что нами прожито, не раз еще приснится. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чекчеран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой стучат колеса, прощай, высокогорный Чекчеран. Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давний ушедший туман.
пригласили, да, на беседу. Вот это информация. А у нас Николай Николаевич, он стихи сочинял сходу. Повыше. Так, командир батальона второго. Вот эта песня, второй батальон, написал ее Александр Синотрусов. Снесли его вниз с гор во время боевой операции, умер он, ребят, на руках. Напел его Саша Амосов, они вместе с Сашей Синотрусовым писали эту песню. Второй батальон идет по просторам афганской земли. Второй батальон, сегодня на смерть с тобой мы пошли. Второй батальон, где комбат замполит, заменяли нам мать. И где Ронина мать посылала на нас бойки душманов стрелять. Второй батальон, где комбат замполит, заменяли нам мать. И где Родина мать посылала нас в бой и душманов стрелять. Перевалась в огне, а нам надо идти лишь вперед. И комбат посылает на смерть наш отчаянный взвод. Этот взвод, где солдат твой смерти смотрели в лицо. Нет, не дрогнул в горах, но оставил там лучших бойцов. Этот взвод, где солдаты твой смерти смотрели в лицо. Нет, не дрогнул в горах, но оставил там лучших бойцов. Офицерский наш дом, он всегда открывает товарищам дверь. Кто войдет в этот дом, он в душе оставляет прекрасную цель, чтобы однажды вернуться нам снова в отеческий дом, где отец наш комбат, но мать замполит дорогой. Пусть машины горят и со скрежетом пропасть летят, нам не жалко себя, но обидно за лучших ребят. Нам обидно за тех, кто однажды не сядет за праздничный стол и не скажет: а помнишь ты, мама, ведь я обещал и пришел. Нет, не станем мы плакать, ведь слез не красит солдат. Лишь слезинка блеснет, и суровее станет наш взгляд. И второй батальон, нет, не сгинет в просторах афганской земли. Так давайте же солнце и небо положим в ладони свои. И второй батальон, нет, не сгинет в просторах афганской земли. Так давайте же солнце и небо положим в ладони свои.